Я Ваня. Сегодня я хочу нарисовать лягушку-царевну из сказки. Буду рисовать гуашью. Мультики 12 цветов. Классная гуашь гамма. Рисуем. Для этого нам понадобится две кисточки. Одна потолще, другая потоньше. Белый лист бумаги, лучше плотный, и вода. Рисуем. Возьмем толстую кисточку, и с нее-то мы начнем. Будем рисовать лягушку. Лягушка, но только царевна. Как? Как тебе, да? Начнем, пожалуй, с желтого. Желтый цвет. Мы сначала нарисуем желтым цветом кувшинку, на которой сидит лягушка. Вот так ее нарисуем. Кувшинку, и вот так размажем. Желтая гуашь, лучше всего, ярче всего, на нее смотреть очень приятно. И мы эту кувшинку вот так красим. На ней наша лягушка сидеть будет. И, конечно, царевна. Не забудь, что она царевна. Эх, царевна, царевна. Нарисуем ее яркую, красивую, потому что у нас есть классная гуашь. И я люблю рисовать гуаши. Теперь я сразу беру зеленый. Прям желтый не смываю, потому что желтый все равно светлый цвет и не испортит моей зеленой краски. И рисуем рожицу нашей лягушки. Рожицу, лицо или голову. Даже лица, наверное, нет у лягушки, да? Рисуем голову вот так вот. Раз, два, вот так вот, полукруг такой. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Это ее голова. И сюда ее закатываем, и сюда вот такой овальчик. Овальчик покрасили. Полностью его можно не красить, сверху закрасить, а снизу он будет желтеньким. Сверху нарисуем два глаза вот так вот. Раз глаз и два глаз вот так рисуем. Хоп-хоп-хоп, готова лягушка наша. Белые глазки оставим, потому что мы будем их покрасим, они будут голубые, к примеру, красивые, да? Теперь тельце. Тельце вот такое сюда, вот так раз, и вот здесь расширяется оно, и такой попка тут сидит. Сидит лягушка на пушке. Получается очень хорошо. Теперь у лягушки знаем, что есть четыре лапы. Две большие, вот так вот мы рисуем. Раз, одну большую и одну вторую большую. Она так их сложила в разные стороны и сидит такая ква-ква-ква. И сразу ей нарисуем сами лапы, они такие расходятся тремя такими пальчиками. Раз, два, три. Вот так получилось. Теперь рисуем две другие лапы. Одну сюда. Их даже плохо видно сейчас, потому что они есть, но желтенького мы еще не добавили. Но они тоже с такими вот пальчиками, да, три такие вот пальчика, как бы таких отросточка нарисовали. Пока еще так наша принцесса-лягушка не очень жила, но она уже очень близка к тому, чтобы ожить, потому что мы сейчас будем добавлять желтенький, беленький, зелененький, и все это вместе смешаем, и глазки, конечно, рисуем. Смываем кисточку очень хорошо и вытрем ее, чтобы она была сухая, и мы можем ее использовать. Вот она такая готовая, да? Берем теперь желтенький. И здесь рисуем ей ротик. Вот так сверху прям зеленого с желтым покроем. Желтым. И здесь тоже желтым покрасим. Вот так. Грудка нашей принцессы. Желтенькая. Толстым слоем желтого. Здесь можно полосочки оставить. Их плохо видно, но мы так раз мазнули. И я думаю, желтого больше нам не понадобится. Вот так вот. Желтенький смешался с зелененьким. Можно немножечко приукрасить кувшинку, на которой сидит наша лягушка, царевна лягушка из сказки. Да? Вот мы все, что мы хотели, нарисовали. Смываем кисточку. И теперь берем белый цвет. Я думаю, белый цвет самое время сейчас брать. Макнем белый цвет. И добавим его сразу в глаза. Так, намажем глаза, чтобы они были полноценно кругленькие у нас. И вот такие вот беленькие. Вот такие. Этот же белый цвет мы добавим в грудку. Немножко добавим в грудку. Желто-белый станет такой немножко светлее. И в ротик можно добавить. Такой немножко светлее все становится. Немножко ярче и блики появятся. Здесь блики добавим. Здесь носик такой, ква-ква-ква, блики, это такие маленькие блики, беленькие штучки, которые украшают наш рисунок.
Можно так сказать, да? Отлично. Смываем кисточку очень тщательно. И теперь-то мы возьмем какой-то новый цвет. Давай голубой возьмем. Такой синий-голубой. Вот у меня вот такой цвет есть, да? Мы ее все поставим. И сюда возьмем его. И побольше его возьмем прям. И мазнем. Мазнем. Глаза большие, голубые. Голубые большие глаза. Хо, уже оживает, уже, мне кажется, оживает. И давай этим же голубым сразу нарисуем речку, где она сидит. Или я бы сказал, что это может быть не речка, а может быть даже болото. Потому что мне кажется, Иван-царевич к болоту пришел, да, она сидела в болоте. Рядом нарисуем такие синие волны. Сразу можно немножечко белого добавить, и тогда наша краска смешается с белым, будет не такой синий, а будет голубоватый. Что нам и надо. Мы еще не очень умеем смешивать краски, но уже умеем делать голубую воду прямо на картине на нашей, да? Вот у нас все готово для того, чтобы мы приступили к самому главному. Синий цвет кладем назад. А самое главное, это, конечно же, ротик нарисовать и украшения разные. И, конечно же, принцессу показать тем, что у нее есть корона, да? Корона нарисует. Но сначала возьмем желтый. Возьмем желтый и нарисуем несколько вот таких разводов желтеньким. Потому что мне хочется показать, что наша принцесса сидит в болоте. А болото такое дело, что это болото. Мы нарисуем траву. После этого мы мазнем зеленым и добавим в желтый. Вот так вот. И наша мазня, размазня, она размажется. Как мы делали сейчас с голубым цветом, то же самое мы можем сделать с зеленым цветом. Чуть желтого, чуть зеленого. Все это перемешается. У нас же сразу на нашей картине. И ничего сложного в этом нет. Мы просто помазали зеленым, а потом сверху желтым или наоборот. Так, намазал, смываем кисточку и берем коричневый. Коричневым мы нарисуем такие вот ляпы сосиски. Это украшения, растения живут, такие камыши называются. И мы пару камышей нарисуем, а тут пару мух черных. Просто черненьким мазнем пару мух. Так вот, на камыши. Можно чуть черным мазнуть, чтобы они так поярче были. И пару мух нарисуем. Этой же кисточкой нарисуем улыбочку ей, нашей принцессе. Она довольная, улыбается. А почему довольна? Потому что Иван-царевич к ней спешит. Спешит, а она это точно знает. И ротик открыт. И он такой черненький. Мы все покрасили, потом мазнем красным язычком. Пока все мы нарисовали классно. Черненькие зрачки мазнем. Так, и так как мы уже черную кисточку сделали, она черная, мы несколько мазков сделаем для украшения нашей лягушки. Она не такая вот ровненькая или зеленая, она бывает в полосочку, и мы эти маленькие пятнышки, полосочки сейчас как раз и нарисуем. Пик-пик-пик, пик-пик-пик. И они сразу приукрасят нашу принцессу. Она засияет. Я бы не сказал, что она засияет, но она получше, да? Гуашь очень здоровский для того, чтобы как раз такое рисовать. С помощью одной кисточки мы рисовали все, что мы хотели. Давайте смываем и возьмем, конечно же, сейчас оранжевый. Потому что мы хотим корону рисовать. Здесь место для короны. Корона очень красивая, большая, расходится в стороны. Имеет трехлистник такой. Вот так вот мы ее рисуем. Она такая сочная, такая красивая. После этого мы возьмем желтенький, мазнем сверху желтенький. Прям сверху мазнем желтеньким. Можно нарисовать кружочки еще, чтобы совсем было сочно. И вот она готова, корона. Смываем. Зачем нужна нам маленькая кисточка? Для того, чтобы мазнуть мазки, яркие-яркие блики. Но сначала мы нарисуем ей язычок. Язычок нарисовали, все, вот красным заканчиваем. Кисточку смываем, кладем. А тоненькой кисточкой нарисуем пару мазочков на глазках, чтобы они заблестели, чтобы она была как живая. Мазни побольше, прям мазни. И вот так вот раз, дотронься, только дотронься. Не старайся красить, а старайся только дотронуться и положить немножечко цвета, немножко белой краски на глазик. Здесь белой краски. Ну, я думаю, мы уже везде, где могли, добавили. И получается у нас очень здоровский рисунок. Все, смываем вторую кисточку.
она немножко понадобится, но все-таки понадобилась. Рисовали мы сегодня гуашью. Мультики. Гамма 12 цветов. Мне она очень нравится, потому что яркие цвета, и как ты видишь, их вполне достаточно, чтобы нарисовать сочную картину из яркой сказки русской народной. Хотя, может быть, даже она не народная, но она очень мной любимая. Такая лягушка, принцесса-лягушка, царевна-лягушка. Ребят, сказки продолжаются, гуашь продолжается. Я с радостью рисую побольше гуашью, как меня просят родители и ребята. И сегодня и дальше возвращаюсь к сказкам. Все сказки, которые я знаю, я обязательно рисую. Если вы кого что-то я забыл, то вы мне напишите в Инстаграм. Зайдите, напишите комментарий. Ты забыл сказку «Мальчик с пальчиком». Я тут же рисую «Мальчик с пальчиком». Звучит неплохо. Пойду рисовать мальчика с пальчика. Спасибо за рисунки. Спасибо, что вы мне присылаете. Я очень этому рад. И жду, конечно, их с нетерпением новых от тебя рисунков. Тебе желаю ярких красок, чтобы они никогда у тебя не кончались, а наоборот, чтобы они часто у тебя кончались, чтобы каждый раз ты рисовал, и они кончались, ты бежал в магазин за новым набором толстых, жирных красок гуаши и красил, и красил, и рисовал, и рисовал. Да. Всего хорошего.